Центре социального обслуживания «Вера» летом обычно не слишком многолюдно, но посетители есть всегда. Тем более сейчас, после открытия бесплатного велопроката для участников программы «Активное долголетие». Велосипедов всего два, оба трехколесные. Кататься на таком трехколесном велосипеде можно в любом возрасте. Нагрузка на колени минимальная. Но так как велосипед достаточно тяжелый, на нем тоже нужно учиться ездить. Мне показался он чуть менее маневренным, чем обычный двухколесный. Да и тормозной путь чуть больше, это надо учитывать. Зато не нужно думать об устойчивости. С управлением легко справляются даже те, кто на велосипеде не сидел много лет. Тяжело ездить? Нет, мне нет. Легко, да? Нравится? Да, нравится. Они не только дают удовольствие, какой-то бодрый заряд, энергию, но вот некоторые женщины говорят, что нам рекомендовали, то есть состояние здоровья, допустим, у некоторых там колени, что-то там проблемы с коленом, с ногами, то есть им рекомендовано вот именно вот эта вот езда на велосипедах, то есть это очень полезно для здоровья. Пока одним час ветерком, другие проводят время за настольными играми и ждут своей очереди. Татьяна Григорьевна Некрасова уже 8 лет не представляет своей жизни без центра социального обслуживание «Вера». Говорит, нововведение всем очень понравилось. Моторика для колен. Ага. Это вот я хожу на массажи, это не то. А вот когда в движении человек, это вообще здорово. Это здоровье, движение, настроение. Активные долголеты теперь могут кататься на велосипедах по специальной площадке каждый будний день с утра и до обеда. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ».